Культура, якая знікає. Такую назву отримала выстава традиционного белорусского костюма, якую презентовали у Центральной городской библиотеки имя Герцена. У экспозиции представлены предметы традиционного белорусского одения первой половы 20-го стагодия. У середжі фотоздымки из особистого фонда молодого гомельского доследчика Александра Никитина. Коллекционованием он начал заниматься в 2011 году. Сегодня у его приватном сборе свыше 100 дзинок традиционного селянского костюма Калинковицкого и Речицкого районов. А вот захопился Александр национальным костюмом еще в детстве. Это было еще, наверное, в каком-то, может быть, классе 5 в школе, когда я учился. Мы нашли с мамой в сундуке, то есть, получается, в ее родовом доме такие, ну, как бы остаточки от сорочек там, то есть женских. Вот. И мы их сохранили. Просто не выкинули, а сохранили. И потом где-то через года 3 я отправляюсь сам в экспедицию самолично и уже начинаю собирать целые вещи. Каждую вещь нужно перестирать, какие-то особые климатические условия создать, чтобы не только я ее увидел, но еще мои дети, внуки. Подчас официального открытия выставы Александр так само звернул увагу присутных на такую закономерность. Цікавость до исторического минулого и своих коранёв, звычайно, прочинается про поколение. И сегодня наша задача – заховать традиционную материальную культуру для нашчадков.